Алоха, друзья! Сегодня вы увидите полезные и актуальные товары для вашего автомобиля, которые могут вас заинтересовать. Все ссылки на товары будут в описании под видео. Также, досмотрев ролик до конца, вы можете принять участие в конкурсе с денежным призом. Программатор ключей X-HOS VVDI Key Tool. Лучший профессиональный программатор, особенно для авто ВАГ-группы. Данный программатор надежный и простой в использовании. Может выполнять следующие функции. Редактирование транспондера, клонирование транспондера, тесты определения частоты, клонирование пульта, создание пульта дистанционного управления, генерирование пульта дистанционного управления для гаражных ворот, разблокировка смарт-карт и так далее. Как часто водители, не позаботившись своевременно о сохранности той или иной детали, попадают в неприятную ситуацию, связанную с ремонтом. Одной из таких деталей является автомобильная фара. Чтобы обезопасить ее и продлить срок службы, можно использовать защитную пленку. Пленка разработана специально для защиты оптики автомобиля. Пропускная способность света 100%, защитит поверхность фары от царапин благодаря своей толщине. Пленка отлично тянется при нагреве, что позволяет без труда отклеивать даже самую нестандартную оптику. Практически без особого труда устанавливается на все типы фар авто. Благодаря этому фары можно заклеить самому, имея только промышленный фен и ракель. Пленка снимается без остатков клея, и при надобности ее можно переклеить через 2-3 года или просто снять. Разводной ключ с трещоткой размером от 6 до 22 мм. Трещотка необходима для ускорения работы с ключом, когда полностью провернуть ключ не представляется возможным. Тогда трещотка выручает, позволяя не снимать ключ с гайки после каждого движения. Рукоять удобно лежит в руке. За счет регулировки может заменить целый ряд ключей. Не требует особого представления такой инструмент, как гаечный ключ. Каждый автомобилист просто обязан иметь в своем арсенале как минимум самый элементарный набор ключей. Данный набор состоит из 5 ключей. Головка ключа с храповым механизмом устраняет необходимость каждый раз устанавливать ключ на крепежный элемент. Хочу отметить, что таким ключом удобно работать в ограниченном пространстве, но им нельзя срывать прикипевшие гайки и затягивать их с большим усилием. Для этого есть обычные ключи без храпового механизма. Импульсный стоп-сигнал или мигающий стоп GS100A. Этот небольшой контроллер работает по принципу стробоскопа. При нажатии на педаль тормоза контроллер стоп-сигнала выдает 3 коротких и 3 более длинных импульса на светодиодный стоп-сигнал. Затем переходит в режим обычного свечения, что привлекает сзади едущего автомобилиста, тем самым уменьшает вероятность аварийной ситуации. Держатель для мобильного телефона в виде доброго человечка со смайликом – отличный выбор, если вы любите смотреть видеоролики или проглядывать сайты, сидя в автомобиле. Держатель позволяет освободить руки, чтобы не отвлекаться от дороги. Телефон закрепляется надежно и на ямах не выпадет. Сам держатель крепится на дефлектор воздуховода. Пеногенератор MJJC. Мойка автомобиля становится более качественной вместе с таким девайсом. Пеногенератор снабжен емкостью с делениями. Это позволяет смешать различные концентраты моющих жидкостей с водой в нужных пропорциях. Интенсивность потока пены задается 2 регуляторами, расположенными на корпусе сопла. Для соединения с корпусом Керхер предусмотрен легкосъемный переходник. Если конец шланга моечной машины слегка разбит, соединение с пеногенератором можно усилить специальной уплотнительной лентой, входящей в комплект поставки. Переносной однофазный инвертор для воздушно-плазменной резки с контактным дуговым зажиганием. Применяется для быстрой резки без деформации всех проводящих материалов. Сталь, нержавеющая сталь, гальваническая сталь, алюминий, медь, латунь и так далее. Обладает высокой производительностью, несмотря на компактные размеры и небольшую массу. Незаменимый инструмент на автосервисах.
Практически на всех автомобилях установлены автомагнитолы. Производители стараются разрабатывать новые предложения в этом сегменте для максимального комфорта пользования автогаджетом. Именно такой новинкой и стала магнитола с большим экраном, пультом на руле и камерой заднего вида. Оснащена дисплеем размером 4,1 дюймов, системой Bluetooth 2.0, а также камерой заднего вида. Приятным дополнением является наличие пульта дистанционного управления и пульта, который крепится на руль. Не в каждом доме имеется большой набор инструментов, но в каждом есть пара отверток, с помощью которых можно заниматься разнообразными работами. Длина стержней бывает самой разнообразной, в зависимости от целей. Так, бывают короткие отвертки для локального использования, а бывают и очень длинные отвертки, у которых стержень гораздо длиннее, чем рукоятка. Такими удобно работать в труднодоступных местах. Именно такую отвертку и должен иметь в своем арсенале каждый хозяин. Наверняка большинство водителей сталкивались с претензиями сотрудников полиции по вопросу тонировки, и не всегда удавалось избежать штрафов. Данную проблему с легкостью решает комплект солнцезащитных шторок. Предотвращают попадание прямых солнечных лучей, сохраняют прохладу в салоне автомобиля, защищают салон автомобиля от посторонних глаз. Шторки изготовлены из прозрачного гибкого мелкоячеистого материала, компактно сворачиваются, а также легкие в установке и удобные в использовании. Наряду с множеством разнообразных подставок, накладок, ковриков и держателей для телефона в автомобиль ярко выделяется данный универсальный держатель. Оснащен надежным креплением для смартфона и разъемом для магнитной зарядки. Телефон устанавливается в горизонтальном положении, что удобно для навигации или просмотра видео. Благодаря магнитной зарядке вы можете просто поднять телефон и принять звонок. Разъем сам отстегнется от держателя. Часто случаются ситуации, когда нет возможностей для приобретения новой магнитолы. В такой ситуации целесообразной будет покупка FM-модулятора. Он дает возможность слушать музыку на радиоприемнике посредством распространения сигнала на незначительные дистанции. Иными словами, преобразует музыкальные файлы на флешке в радиоволну, на которую необходимо настроить собственный приемник. Также FM-модулятор может быть использован для зарядки гаджетов, используя USB-порт. Модулятор оборудован экраном, задача которого – информировать пользователя о текущей волне, на которой идет передача сигнала, и название текущего трека. Удобно, что есть крутилки для регулировки громкости и переключения трека. Когда есть желание немного приукрасить свой автомобиль, а глобальный тюнинг делать неохота, можно использовать так называемые шильдики, клеящиеся на кузов автомобиля. Эти небольшие таблички, либо же информационного характера, либо несущие в себе прикольный смысл или эмблему. Выбор таких шильдиков просто огромен. Alpine Bluetooth Receiver – небольшое, весьма полезное и удобное в использовании устройство, которое подключается к аудиовходу, в результате чего аудиосистема получает возможность присоединиться к другим устройствам, которые поддерживают беспроводную связь Bluetooth. Данное устройство предназначено для воспроизведения медиафайлов с телефона через аудиосистему в автомобиле, а также принимать входящие звонки на телефон через магнитолу. Универсальные металлические ручки в стиле JDM на авто без электростеклоподъемников. Цвет на выбор из четырех – черный, серебристый, синий или красный. Стильный блеск им придает хромовое напыление, что так давно полюбилось любителям современного тюнинга. Универсальные ручки стеклоподъемников салона будут долго радовать глаз владельца своим прекрасным видом и функциональностью. Комплектность состоит из двух ручек стеклоподъемников. Большим преимуществом является наличие переходников, которые позволяют данным деталям быть универсальными. Проблема замерзших форсунок и грязного лобового стекла – одна из самых неприятных зимой. Причина – жидкость замерзает в самих форсунках под потоком холодного встречного воздуха.
С проблемой успешно справляются форсунки стеклоочистителя с подогревом. Они легко устанавливаются, для этого не нужно обладать специальными навыками. Жидкость, проходя через них, не кристаллизуется в любой мороз. Кроме того, стекло очищается намного качественнее и быстрее. Да и ресурс дворников ощутимо увеличивается, поскольку они не дубеют, взаимодействуя с подогретой омывающей жидкостью. Поэтому не оттягивайте время на потом и вовремя меняйте форсунки. Оплетка для рулевого колеса. Простой и доступный способ защиты и тюнинга рулевого колеса. Также она утолщает руль и снижает проскальзывание рук. Установка очень простая. Есть множество инструкций. На ощупь приятная. В комплекте идет сама оплетка, нить и иголка. Также не забудьте замерить свой руль. Диаметр оплетки у данного продавца 38 см. В продаже в 5 цветах. Точильный станок с гравером. Это электрическая точила с гибким валом от известной марки «Калибр». Предназначена для сухой заточки, шлифования и полирования различных изделий в бытовых условиях. Станок имеет мощность 1600 Вт и развивает скорость от 0 до 10 тысяч оборотов в минуту. Диаметр устанавливаемого круга составляет 75 мм, а толщина 17 мм. Гибкий вал идет уже в комплекте. Примечательно, что на продукцию действует гарантия и сервисное обслуживание от производителя. Незаменимым помощником в ремонте станет двусторонний силиконовый скотч. К основным преимуществам двустороннего скотча можно отнести сверхтемпературные нагрузки от минус 30 до плюс 120 градусов по Цельсию. Выдерживает ультрафиолетовые лучи, не стареет, не желтеет, не пересыхает, не боится воды и влаги, вибраций и перепада температуры. Обеспечивает высокопрочное, абсолютно прозрачное соединение двух разнородных материалов. С помощью него есть возможность отказаться от жидкого клея, жидких гвоздей, сухой сварки, а также механических соединений, шурупы, болты, саморезы и так далее. Это идеальный материал для склеивания дерева, металла, пластика и стекла. За счет толщины слоя акрилового клея можно довольно надежно склеить материалы с разными физическими толщинами и размерами. Huawei предлагает свое решение в виде CarFi, призванное обеспечить удобный доступ к интернету в компактном и симпатичном корпусе. Габариты устройства составляют 88 на 49 на 59 мм. Дизайн напоминает ручку переключения коробки передач. Все основные кнопки управления вынесены на крышку устройства. Спереди имеется USB-порт 5 Вт, в который можно подключать кабели для зарядки мобильных устройств. На противоположной стороне можно видеть защитную крышку, за которой скрываются слот карты памяти microSIM, разъем для подключения внешней антенны и кнопка сброса. Внутри сотовый модем LTE, который может работать на скоростях до 150 Мбит в секунду для скачивания и до 50 Мбит в секунду на отдачу. Почти каждый автовладелец сталкивался с системой картерных газов. Причин для сапунения бывает достаточно. Из самых распространенных – качество масла или его не совсем правильный подбор. Ну и что мы имеем по факту? ДВС сапунит, кидает масло во впуск, налет ложится на дроссельной заслонке, загаживается клапан холодного хода, попадает в камеру сгорания, затем сгорает, оставляя нагар. Установка его проста. Снимаем штатный шланг сапуна высоких оборотов, меряем диаметры штуцеров для того, чтобы подобрать шланг, и ставим в разрез магистрали маслоуловитель. Он рассчитан на 300 мл масла максимум и продается в трех цветах – черном, синем и красном. Автовладельцам, у которых есть маленькие дети, следует обратить внимание на детское автомобильное кресло. Данная модель является одной из самых легких в своем классе и отличается особым удобством при переноске. Усиленный алюминиевый каркас, несколько положений подголовника и удобное положение кресла для отдыха представляют комфорт и безопасность маленькому пассажиру. Автокресло отличается простотой, красивым дизайном и оригинальностью.
Пистолет-распылитель с диаметром сопла 1 мм может быть использован для различных работ. Им можно окрашивать автомобили и наносить на кузов различные рисунки. Его можно использовать в быту для окраски мебели, настенной живописи и так далее. Распылитель снабжен входным 1/4-дюймовым регулируемым клапаном для сжатого воздуха и емкостью для краски объемом 125 мм. В комплект входит дополнительное сопло диаметром 0,8 мм для тонких работ. Не требуют особого представления и объяснения, для чего они нужны, стоп-сигналы для прицепов. Даже малоопытный водитель об этом знает. Если вы приобрели прицеп для авто и он по каким-то причинам не укомплектован стоп-сигналом, обязательно сделайте это. Передвигаться без стоп-сигналов и поворотников – это небезопасно. Да и первый же сотрудник полиции, скорее всего, вас остановит. Дополнительный источник света может понадобиться над задними сидениями в салоне, в багажнике, при ремонте в подкапотном пространстве, дома и во многих иных местах. С поставленной задачей успешно справляется светодиодная лампа на магните. Предусмотрена возможность многократной зарядки через USB. Яркость освещения регулируется длительностью нажатия на плафон. Автовладельцы часто сталкиваются с необходимостью работать с гайками, расположенными между иными деталями или в углублениях. Если необходимо работать в неудобных пространствах, либо нет возможности перекинуть обычный ключ, решением становится использование ключа трещотки. Предлагаемый комплект включает сам ключ, две дополнительные насадки для удлинения и 21 сменную головку для работы с гайками разного размера. Набор упакован в прочный и функциональный кейс из пластика. На этом ролик подошел к концу. Я разыграю любой товар на AliExpress до $10 или 600 рублей на счет мобильного телефона, как только под этим видео наберется 300 лайков. Для участия нужно подписаться на канал и нажать на колокольчик, поставить лайк и написать комментарий. По нему я и буду выбирать победителя. Вся подробная информация о конкурсе находится в описании. Всем покеда!